Физкульт-привет, друзья и ученики! Это рубрика «Ответы на ваши вопросы», о которой вы давно просите. По одному вопросу за раз. Вопросы, кстати, присылайте либо в комментариях к данному видео, либо мне в личку ВКонтакт. А вы знаете, что я все вопросы не оставляю без внимания. Итак, сегодняшний вопрос. Он самый популярный в последнее время. Что делать, если не успел поесть до тренировки? Друзья, в первую очередь не паниковать. Нет в этом ничего страшного. И если вы думаете, что вы не успели поесть перед тренингом и рассыпетесь во время тренинга, либо у вас не будет сил, это тоже неправда. Не переживайте, если это случается нерегулярно, конечно. Если вы не успели перекусить, поесть перед тренингом, что нужно сделать? Можно, и это самый лучший способ, выпить БЦАшки, либо протеин. БЦА можно выпить до тренинга в любое время. Неважно, какой промежуток остается до тренировки. А если вы предпочитаете протеин или гейнер, гейнеры я, кстати, вообще не рекомендую покупать, только протеины комплексные, где как минимум 2 быстрых и 2 медленных белка. Так вот, протеин нужно пить минут за 40. Почему? Все дело в том, что если вы будете качать спину или делать становую, а также приседания, то вас может просто вывернуть, если не успеет всосаться, перевариться ваша пища. А протеин, несмотря на то, что это добавка, тоже относится к пище. Поэтому либо выпейте воды, выпейте БЦА, смело тренируйтесь, после тренинга хорошенько поешьте. Либо выпейте протеин, либо БЦА, либо протеин и БЦА. Но помните, что как минимум 40-30 минут до тренинга должно пройти, после того, как вы выпили коктейль. Это только для вашего блага, чтобы вы не испытывали дискомфорта. А я делал так, тоже по молодости переживал. Ничего страшного. Кстати, хочу вам сообщить, что возможно даже будет и плюс. Плюсы от периодического короткого голодания никто еще не отменял. Конечно, если вы не доедаете в течение недели, не досыпаете, а потом идете на тренировку, вы будете испытывать недостаток сил. Но если вы когда-то один раз не успели, пропустили прием пищи, смело тренируйтесь, ничего страшного не произойдет. Вы даже не почувствуете слабости. Наоборот, будете заряжены на мощный, хороший тренинг. Всем пока, увидимся в следующий раз.